Теремок ТВ представляет. Не хочу ждать. Жила-была царевна, которая очень не любила ждать. Захотелось ей пойти погулять, но вот беда, погода испортилась. Царевна, на улице дождь, погулять сейчас не получится. Ну вот, ненавижу ждать. Царевна, хочешь мне помочь? Хочу, хочу! Нет-нет, царевна, нужно подождать, когда клей высохнет. Что? Опять ждать? Царевна, хочешь мне помочь? Хочу, хочу! Уже готова. Нет, царевна, еще рано. А теперь готова? Нет, царевна, подожди. Ну что же ты делаешь? Кексы еще сырые. Я же говорила, что нужно подождать. Ах так? Опять ждать? Надоело! Не могу я больше ждать! Не хочу! Говорят, не сейчас, подожди, еще не время. Я страдаю каждый раз, не согласна я со всеми. Я сердита на дожди, и на тучи, и на лужи. Снова слышу «подожди», ничего не знаю хуже. Ждать гостей и выходного. Неужели?
никто поверить мог, чем все это обернется. Дождь прошел и мой росток протянул листочки к солнцу. Клей высох. Ура! С тех пор царевна поняла, что иногда нужно и подождать, ведь всему свое время. После дождя бывает радуга. Звезда. Жила-была царевна, которая решила стать звездой. Что это? Кажется, сегодня у нас дома будет концерт. Ого! Вот это новость! В гостиной в 6:00 вечера. Идем. Концерт вот-вот начнется. Дамы и господа, сейчас для вас сыграет знаменитая скрипачка, звезда мировой сцены, царевна! Постой, а это что, настоящая скрипка? Она взяла твою скрипку. Ну вот, ничего не получилось. Ну, царевна, ты ведь никогда не играла на скрипке. А музыканты учатся этому много лет. Много лет? Но я не хочу учиться много лет. Я хочу сейчас. Увы, так не бывает. Играть на скрипке совсем непросто. Ну вот, уже все позабыл. А ведь когда-то умел немного. Сейчас перед вами выступит звезда художественной гимнастики, царевна! Но, доченька, гимнастика — это тоже совсем непросто. Маэстро, музыку! Thank you.
Ой! Царевна, но ведь гимнастки тоже упорно тренируются много лет. Уж теперь-то точно получится! Мировая звезда магии, царевна! Алле-оп! Алле-оп! Абракадабра! Как? Ты еще здесь? Ты же должна была исчезнуть! Царевна. Только не надо говорить, что фокусники тренируются много лет. Эй, ты куда? А как же фокусы? Машет ленточкой гимнастка, грациозно и легко. Фокусник, как будто в сказке, раз и вынул кролика. А скрипачка заиграла, целый мир очаровала. Все кричат: вот это да! Настоящая звезда. Я бы тоже так хотела, если б только я умела так красиво танцевать и на сцене выступать. Так красиво танцевать и на сцене выступать. Чтоб меня увидеть в зале, в восхищении все кричали: ого-го, вот это да! Настоящая звезда! 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 Царевна, как ты красиво танцуешь! У тебя здорово получается! Ой, ну это же совсем просто! Ничего особенного! А я хотела выступать как настоящая звезда! Царевна, главное, что тебе это нравится! Ведь тогда и учиться будет весело! А для нас с папой ты настоящая звезда! Правда? С тех пор царевна занимается тем, что ей нравится. И кто знает, может, однажды она станет мировой звездой. Хвастунишка. Жила-была царевна, которая много хвасталась. Молодец! Посмотрите, ребята, какого красивого зайчика слепила Лиза! Ой, подумаешь, я и получше могу! У меня дома таких зайцев целый шкаф! Ух ты! Правда? Ты мне не показывала!
Ой, да что там? Я и зайца, и собаку, и корову слепить могу. А меня научишь? Потом как-нибудь. Сейчас что-то неохота. Ого, это твой питомец? Да, это ящерица. Круто! Какая красивая ящерка. А что она ест? Подумаешь, а у меня вообще дома обезьянка. Правда? Ой, как интересно. Покажешь ее фото? Она не любит фотографироваться. Царевна, ну у тебя же была собака. Да что там собака? Собака у кого угодно может быть, а обезьянка только у меня. Это что? Это легкотня. Я и до тысячи могу считать, и до миллиона. Ого, а я пока только до 100. Ха, просто я очень умная. А у меня платье красивее, чем у тебя. А я зато умею по-английски говорить. Кешулюминю, мазибу, булиму, ля-ля. У меня дома целый холодильник с мороженым. Прямо в моей комнате. Когда захочу, тогда и ем. Дома я сама варю суп. Моя собака умеет ходить по канату. У меня папа космонавт. У меня живет слоненок, обезьянка и енот. Я талантливый ребенок, знаю 300 тысяч нот. И играю на рояле, вы такого не видали. Вы такого не слыхали, не встречали и вообще. Папа мой летает в космос и бывает на Луне. И я могу вставать на мостик и горцую на коне. Это все мои медали, вы такого не видали. Вы такого не слухали, не встречали и вообще. И вообще, и вообще я лучше всех. Хвастунишка, 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 ой-ой-ой. Хвастунишка, хвастунишка, ой, ой, ой. Все задачи мне под силу, и считаю я в уме. Все девчонок я красивей, все призы отдайте мне. Мое фото есть в журнале, вы такого не видали. Вы такого не слыхали, не встречали и вообще. И вообще, и вообще я лучше всех. Хвастунишка, 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 ой-ой-ой. Хвастунишка, хвастунишка, ой-ой-ой. Хвастунишка, 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 ой-ой-ой. Хвастунишка, хвастунишка, ой-ой-ой. Покажешь нам свою обезьянку? Царевна, может, поможешь мне с математикой? Приветик, это ты умеешь ходить по канату? Угостишь нас мороженым? Ведь у тебя его так много. А где твой папа хранит свой скафандр? Дашь померить? Сейчас, подождите. Ох, как же глупо получилось. Хвастунишка, 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 ой-ой-ой. Хвастунишка, хвастунишка, ой-ой-ой. Хвастунишка, 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 ой-ой-ой.
хвастунишка, хвастунишка, ой, ой, ой. С тех пор царевна больше не хвастается, ведь радости от этого никакой. Гораздо приятнее быть собой, ничего не придумывая. Полетели! Жила-была царевна, которая очень любила летать на самолете. Вот только сидеть на одном месте царевна совсем не любила. Внимание, пассажиров рейса 577. Вылет задерживается на 2 часа. Внимание, внимание, вылет задерживается на 2 часа. Это что же, значит, мы никуда не полетим? Конечно, полетим. Просто нужно немного подождать. Развлекали царевну как только могли. Предлагали ей книжки, вкусняшки, пластилин и даже мультики. Но время все тянулось и тянулось, и царевне не сиделось на месте. Ну когда же мы уже полетим? И пришлось царевне самой себя развлекать на свой вкус. Пассажиры рейса 577 приглашаются на посадку. Ура! Кошмар, какой избалованный ребенок! Простите. Безобразие! Фу. Извините. Держи. Спасибо. В самолете царевне все было интересно. Ой, сколько кнопочек! А это что? А это зачем? Что? И здесь этот несносный ребенок? Простите, пожалуйста. Сядь, царевна. Это лампочка. А это вентилятор. Только вот беда. В самолете снова пришлось сидеть. Наш самолет готов к взлету. Ура! Просим вас занять свои места и застегнуть ремни безопасности. А скоро мы прилетим? Ну мы же еще даже не взлетели. У вас все в по... в порядке. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку. За бортом прекрасная погода. Желаем вам отличного дня. Вы что, уже прилетели? Так быстро? До свидания. Надеюсь, вам понравился полет? Очень понравился. Я тоже решила стать стюардессой, когда вырасту. Ой! Или пилотом! Чтобы стать пилотом, надо хотя бы уметь сидеть на одном месте.
Ничего, когда я был маленький, я тоже бегал по самолету. Да ну! Правда? Да, представляешь? С тех пор царевна старается в самолете сидеть спокойно. Учится быть терпеливой, как командир корабля.